Я буду максимально кратким. Хай ви досить відомо, що всі думаєш. I will be very brief. Ми должны были принести небольшую хотя бы радость в Салоники. И мы сегодня на феоменяме кресто на нас в Салоники. И я хочу сказать, что теперь Господи, мы сделали это. А ты не стокан. I want to say we did it. We brought small joy into the Salonika. Я хочу всем сказать спасибо большое. Начну с ребят. Начну не с ребят. Хочу спасибо сказать их супругам. Спасибо вам за ваших мужей. Я думаю, что вы меня понимаете. Хочу сказать спасибо всем ребятам. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам Паука. Хочу сказать спасибо любителям. Хочу сказать ветеранам Паука спасибо. Отдельно хочу сказать спасибо Кудасу и Заварапису. Паук не родился вчера. Паук не родился вчера. Паук люди формировали 90 лет. Паук не родился вчера. И мы должны были каким-то образом эту радость украсить. Вы не думайте, что я тренеру не говорю спасибо. Я потом скажу. Два человека сегодня могут иметь серьезное настроение. Δύο άνθρωποι σήμερα μπορεί να έχουν έτσι μια πολύ σοβαρή διάθεση. Ένα on. Ένας είναι αυτός, ο προπονητής. It's him, the coach. Ία. Και εγώ. Amen. Εγώ θέλω. I want. Сказать, что мы переживаем очень сложное время. Ότι εμείς ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή. ΠΑΟΚ преображается. Ο ΠΑΟΚ μεταμορφώνεται. ΠΑΟΚ is changing. Мы в эти дни взяли кубок. Εμείς αυτές τις μέρες πήραμε το κύπελο. These days we got the cup. Девочки выиграли чемпионат. Спасибо вам, девочки. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Давайте похлопаем им все вместе. Сегодня прям в зародыше Олимпиакоса. Наши волейболисты выиграли чемпионат и едут сюда. Это ПАОК. Когда мы будем во всех направлениях стараться получать кубки и чемпионат. Заходят ребята волейболисты. Давайте поаплодируем. Мне болельщики сказали, как здорово.
Мы вчера приехали с кубка. А сегодня волейболисты едут чемпионским клубом. Это семья Пао. Я хочу вам всем сказать, ребята и девчонки, спасибо большое от чистого сердца. От чистого сердца. Ребята, Пао заслуживает большой радости. И мы эту радость должны дать болельщикам. Мы должны консолидироваться. И тогда мы будем непоколебимы. Нас объединяет любовь к Пауку. И никогда не должны мы это забывать. Но не хочу, чтобы вы думали, что сегодня финальный праздник. Сегодня репетиция больших праздников. Паук должен во всех направлениях спорта выигрывать чемпионаты. Я перед всеми вами склоняю голову, говоря большое вам спасибо. И передаю микрофон Кацарису. Еще раз хочу всем ребятам сказать большое вам спасибо. И пожелать вам прекрасных спортивных успехов. And I wish you big sports success.